Этот мост был построен еще 15 лет назад силами местных жителей. Сейчас он пришел в негодность. Раджа Прабаданов здесь живет с 2010 года. Он первым стал бить тревогу во всей инстанции. Ни один мост надо строить здесь. 9 улиц есть, параллельно идут, ни одного моста нет. Построены просто кооператорами, ребятами, вот это, которые построили временный мост. Отсюда сейчас большое движение. Не меньше движения, чем аэропорт Омского шоссе. Понимаете? Очень поток большой машин идет сюда. Этот мост соединяет городские микрорайоны Анжи и Пальмира. Поскольку сейчас он частично обвалился и находится в аварийном состоянии, городские власти приняли решение о закрытии его на реконструкцию. Было решено, что мы установим временный мост металлической конструкции. После подготовки проекта и включения данных работ в определенную программу, либо за счет муниципального бюджета, на будущий год работы по строительству капитального моста будут сделаны. Ближайший проезд с одного микрорайона в другой, если закрыть этот мост, только федеральная трасса. Поскольку это будет занимать гораздо больше времени у местных жителей на поездку в город, городские власти настроены оперативно решить проблему. Я думаю, что городская администрация приложит все усилия, чтобы в короткие сроки решить данную проблему, и чтобы люди могли также беспрепятственно пользоваться новым мостом для переезда через речку Толгинка. Руководство администрации Ленинского района Махачкалы просит местных жителей отнестись к закрытию моста на реконструкцию с пониманием. Временно объезжать данную дорогу можно по так называемому Джигитскому мосту, а в город пока местным жителям надо ездить через проспект Насрудинова. Асель Манапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Махачкала.